Последствия короткого замыкания в ячейке КРУ. В общем, что произошло? Трехфазное короткое замыкание в сети, то есть ниже кабельной линии. При этом возникла электрическая дуга в кабельном отсеке. И вот вы видите результаты. Тут вроде все разделки более-менее сухие. Есть три нитки. Все равно надо будет их испытать. Плавились вторичные вывода на трансформаторах тока. Здесь, там, на феррантиях земляной защиты. От нагрева прогорели отверстия в соседней ячейке.